Всем привет! С вами Тед. Сейчас я вам покажу гайд, билд, классную игру за протосса в StarCraft 2. И вот мы, собственно, играем за протосса. Ну, маленькая предыстория. Откуда, собственно, билд из этой игры? Этот билд дал мне мой, собственно, подписчик. Да, то есть это была у нас такая мини-рубрика билд подписчика, где... Мне предложили сыграть вот такую стратегию. Где-то ее по возможности доработать, ну и так далее. И, собственно, мне понравилось. Это было реально прикольно. Сейчас я вам расскажу, что это за билд. Он прикольно работает. Играем мы где-то в мастер-алмаз. Да, то есть топ-алмаз не с мастера. Нормальный соперник, по-моему, ближе к мастер-лиге. И сейчас я вам покажу, собственно, вот этот классный билд. Но для вас сразу же челлендж. Каждый... Кто сейчас смотрит, обязательно возьмите и оставьте 3 комментария под этим видео. Если мы соберем в течение месяца, пока выходят все остальные мои видео по StarCraft 2, 100 комментариев, да, то есть 30 человек, 33 человека оставят под 3 комментария, мы соберем 100 комментариев, то я сделаю мега-стрим, где я буду играть ваши стратегии. Поэтому хотелось бы, чтобы ваши комментарии... олицетворяли какую-либо стратегию, да? И я сделаю целый полноценный стрим, где мы будем играть только ваши, собственно, страты, да? Вот, итак, что мы делаем? Вот, что мы делаем? Мы оставляем по 3 комментария, я же уже сказал, да? То есть до сих пор не оставил, прыгай в комменты, оставляй 3 комментария со стратегиями, и будет мега-крутейший длинный стрим, где я буду играть все ваши 100 стратегий на одном стриме. Вот, а мы пока поехали. Ставим пилон, ставим сразу же гейт и не строим пробку, потому что наша, точнее, да, не строим пробки, потому что наша задача поставить еще один гейт на 15-м лимите. Вот, затем мы ставим газ после того, как заказали пробку. Не бустим пока что их. Вот теперь бустим, когда у нас 16 пробок накопилось, кидаем буст, наполняем газы и ставим второй пилон. Это важно. Вот, это важно. Ставим второй пилон. И как только у нас гейты, первый гейт готов, мы ставим кибернетку. Газ у нас наполнился. И у нас вот сейчас пробка не заказывается. Потому что у нас как раз накопилось 200 минерала. Заказываем двух зелков. Берем, продолжаем заказывать пробки. Ставим второй газ. Ставим еще один пилон тут. В ближайшее время, как будет надо, да, пока не надо, пока заказываем два сталкера. И вот, собственно, билд, посмотрите, вторая минута, у нас убегают два зилка из бараков. Заказываются еще два сталкера. Наполняется газ, естественно, ставим сразу же пилон. И сталкеры идут под бустом. Таким образом, у нас получается очень-очень-очень ранний выход именно вот этих юнитов. Прессинг. И обязательно сзади оставляем батарейку, да, потому что сталкеры выходят, рипера сразу же прогоняют, но когда он вернется, будет беда. Поэтому нужно обязательно продолжать вот эту тему. Вот, и после заказа двух сталкеров и пилона, когда пилон достроится, заказываем еще два сталкера, либо два адепта. Тут уже сами смотрите, да. То есть, что больше нравится. В принципе, два адепта — это прикольная версия, когда мы ими еще можем догнать очень быстро. Ну, вначале всегда два зелка, потом два сталкера. Вот, и если вы играете против стандарта, то здесь вы приходите, эта ЦТшка почти достроена, здесь особо ничего нету, но мы играем против билда Ютермала, и здесь у нас гелионы и риперы, да, то есть это немножко сложноватая версия, потому что гелионы будут сжигать зелков, и риперы хорошо микрятся против этого состава, то есть если это марики, то их мы просто как мясо разбираем. Ну, здесь начинается немножко у нас, так сказать, трудности. Зилки умирают, хотя он оставил дырку, вот это хорошо. Зилот смог взять на себя агрессию, прессинг. Приходят сталкеры и продолжают душить терана. Дальше лишь микро. Микрить нужно будет хорошо, нужно будет стараться, потому что гелионы быстрые, а риперы могут вылечиваться. Придется очень аккуратно попадать по нужным юнитам постоянно. И сзади, конечно же, мы делаем Twilight. Да, мы усиливаем наш состав армии. То есть по этой причине я, собственно, и начинаю делать третьего-четвертого сталкера. Первый, второй, третий, четвертый. Кстати, один в supply блоке просидел, по-моему, да?
Да, должно было быть 4, потом 5 и 6, вот. Но если вы сыграли в 2 сталкера, потом 2 адепта, тогда можно сыграть в роба, а не в блинк. Потому что тогда лучше усилиться. Ну и здесь, собственно, идет уже, конечно, микроконтроль, насколько получится. Ну вот этот состав, к сожалению, прогоняет бедных сталкеров. То есть нелегко против него, но он и не сдается, он не хочет отдавать свой командный центр. Ну и нам как бы все равно. Вот. И здесь, когда вы давление чутка закончили, ближе к 4 минуте можно поставить вторую базу. Самое главное давление, естественно, не ослабевать, вот, а стараться сделать так, чтобы вот вы как раз таки к 4 минуте взяли свою позицию на второй базе. Вот, потому что здесь уже начинают появляться танки к 4 минуте. Ну и, собственно, здесь у нас уже дальше тяжело. Дальше тяжело что-либо сделать. И нам остается только лишь стоять. Мы не можем напасть. Но зато мы можем не пускать его спокойно на вторую базу. То есть мы вот просто стоим тут спокойненько. Ждем его действий. Сзади делаем блинк обязательно под бустом. Развиваемся, собственно, подкапливаем сталкеров своих. Вот. И вот у нас наступает когда-либо момент, когда у нас вторая база уже достроилась. И он, кстати, собирается свою занять. Вот. Видим, что он нас подпрогоняет. И Терн, кстати, делает баншей. Банши — это жесткое, это ДПС. У них есть инвиз, могут нахарасить. Вот, но я готовлюсь, потому что скоро будет готов блинк. Вот, и посмотрите, как сделать нам с блинком, когда мы против двух танков. Все достаточно просто. Мы отводим сталкера в бок, бежим вперед и прыгаем им вперед. То есть здесь нам очень помогло, что этот танк начал складываться. И таким образом, конечно же, у нас вообще все хорошо, да, но даже если бы он не начал складываться, как только мы получаем первый удар, мы отпрыгиваем вперед, чтобы перевести весь этот фокус именно на этого сталкера, а всеми остальными сталкерами не получаем урон, прогоняем его с блинком с натурала и держим натурал, не даем ему заполучить вторую базу. Самое главное, так душить Терна, чтобы он не мог занять вторую базу. То есть тут у нас потери с обоих сторон, и сталкеры разлетаются, и танки. Но мы заняли вторую базу, а Теран нет. Мы видим банши, естественно, нам нужно по батареечке в каждую минеральную линию. Нам нужен обсервер, чтобы видеть их, когда они становятся невидимыми. И нам нужны еще, конечно же, гейты. После блинка обязательно учим чарж. Это прям обязательно. Видим, что две банши полетели уже нас тут крушить. Вот. Мы же, в свою очередь, сталкерами. Готовимся, отступаем. И летит призма. Здесь, кстати, две банши прилетают. Начинает ломать наших коробок. Наша реакция, конечно же, это рекол. Это сразу же рекол. И видите, да, мы заметили, что здесь ЦЦшка летит. У нас здесь есть группа сталкеров, которая сейчас будет помогать защищаться от баншей. Блинком, в принципе, ну, особых проблем не должно возникнуть против баншей. Ну и одна банша в целом особо ничего не сделает, конечно же. Вот, и продолжение, конечно же, это будет 8 гейт, чардж и блинк пуш. Мы собираемся своей толпой блинк сталкеров. Видим, что он сам собирается на нас выходить в атаку. Это не самое умное решение с его стороны, учитывая, что у него здесь база в проксе, да, то есть здесь он только строится. Он нас собирается еще и задушить. Вот, конечно же, против таких теренов ответ прост, да, мы просто-напросто закидываем к нему на мейн толпу зилотов, и все, и они здесь разбираются, потому что когда Теран идет вас пушить, особенно в этих лигах, да, мастер-лига, то есть у него дома никогда ничего нету, и вы смело можете вот так вот зилками его спровоцировать на просто то, чтобы он вернулся домой спокойно, начать зилками разваливать вот такие танки одинокие, если надо, а сталкерами где-то встретить незамысловатых мариков. Ну и таким образом, конечно же, достаточно легко одержать победу. Хотя где-то и нелегко приходилось микрить. Но вот такая интересная стратегия, интересное открытие. Два зилка, именно прессинг такой против Терана. Обязательно, ребята, попробуйте. Обязательно напишите, как вам этот билд. Ну и не забывайте, 3 стратегии в комменты. И соберем 100 комментов, сделаем мега-стрим со всеми стратами из комментов. Обязательно.
Вот. На этом, я думаю, вы понимаете, что банши — это хорошо, но экономика — это лучше. У нас есть добыча, у него, к сожалению, добычи нету. И здесь все закончится прискорбно для Терана в ближайшее время. Потому что Даварп сталкеров решит эту всю игру. Вот. С вами был Тед. Лайк оставляем и до новых встреч.